Здравствуйте, дамы и господа. Это канал Георг энд Хо и игра под названием Deceit, в которой четыре выживших сражаются с двумя ужасными и беспощадными монстрами. В прошлой серии, благодаря моей тактике выпить кровь и обвинить человека, мы благополучно выиграли матч. Еще благодаря другим людям, которые его тоже наговорили. Фактически три человека обвинили одного человека, и это означает, что тот человек 100% монстр. Да. Хорошо. Хорошо, надеюсь, я выиграю в этом матче. Пожелайте мне удачи. Привет, привет. А дробовик нужен кому-то? Make you cry. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нина, 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 Нина. Следим мы за Ниной. Рэйчел. Так, это подозрительно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, Нина. Она хотела выпить кровь, она прыгала над кровью. Она меня уже бьет, она меня бьет. Меня бьет Нина. Нина меня повалила. Нина хотела выпить кровь. Нина хотела выпить кровь. Нахуй мне стреляет, долбоёб. Зачем вы её положили? Потому что она хотела выпить кровь. Меня голосует. Ну что ж, голосую. Кто поднял ее? Так, это уже все ясно. Кто поднял? Монстр. Монстры. Все, монстры. Кто поднял? Вы что, не видели, кто поднял? Это Make You Cry. Make You Cry второй монстр. Make You Cry и Нина, да. Да, Make You Cry и Нина монстры, скорее всего. Поднял. Все, Make You Cry. Make you... Поднимите меня! Ах ты, Make You Cry, а! Make You Cry монстр! Поднимите меня! Да, Make You Cry и Нина монстры! Держи в курсе! Make You Cry и Нина монстры! Держи в курсе! Ну я вас сразу разоблачил! Поставил... Кого-то съели? Нет еще! Ставлю последний! Что же, видите, меня съели, ребят, помогите, плиз! Как думаешь, поднимать его или не? Поднимай. У Чанга антидот. Make You Cry. Ну что, докажи, монстр или нет? Это Алекс его черт налезет. Кто? А, это не... Это Рэйчел, это Рэйчел, это Рэйчел. А ты поднял человека? Кого поднял? Она не дает поднимать, она не дает поднимать. Дропнул Рэйчел, голосуйте. А что? Алекс, дай голос! Да где? Я аж в другом месте совершенно. И Лиза второй. Да у меня не отображается это вообще. Я же не мог, я же только заходил, понимаешь? О, сканер! Сканер! Нина, ты что стреляешь? Make You Cry! Make You Cry, ты что, монстр? Ты что такое, а? Make You Cry, скорее всего, Нина монстры. Проверяйте Make You Cry. Что ты делаешь, Даун? А, это Даун еще и чистый, оказывается. А что? А ты что, не думал, не можешь поверить, что Нина монстр? Значит, это Васька, значит, это... Да, Алекс, идиот, я тебя поднял антидотом. А почему подожди, Вася не напился, погоди? Да ну потому что Нина монстр. Потому что Нина монстр. Просто ты не можешь поверить, потому что ты с ней в группе. Просто да это... конченый, Алекс. Ах ты монстр, проклятый монстр с Ниной, а? Make You Cry, ты монстр проклятый с Ниной. Ну, ты просто глуп... Давайте его сломали, пока вы... Ну, потому что ты не хотел убивать Нину. Поздравляю тебя. Поздравляю за твой проигрыш. Вася, ёба народ, давай не будем. Вася, 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 тихо на гигиене. У меня еще 4 заряда фотика есть. Пошли сидеть тупо. Пошли сидеть тупо на лестницу, иди сюда. Пусть сами фьюзы ставят, как бы. Они думают, что мы заражены, да. Сами фьюзы рашьте, долбоёба. Сильные люди. Съедайте их, они на лестнице. Они на лестнице, съедайте их. Съели, молодцы, вот им, пусть помучаются за то, что друг друга поднимали. Съедайте их. Один иноцент поднимал второго иноцента. Все, пускай вас едят за это. Ты зря, ты всю игру испортил, Чанг, нам. Ты тупой? Да, скажи, потому что тупой? Ты поднимал Нину. И из-за этого, из-за того, что я думал, что ты монстр, ты должен был не поднимать. Зачем ты поднял, скажи, объясни мне. Почему ты поднял потому на первом раунде? Вы заголосовали бы ее. Ну, а почему? А может быть, она действительно была монстром? Откуда ты знаешь?
Я знаю. Откуда? Потому что ты играешь с ней. Потому что я играю с ней. Не, ну откуда? Докажи, докажи. Вот докажи. Ну ладно, Ханс это значит Рэйчел получается. Ханс, ну что ты? Долбоёба, Лесный, не будешь играть сегодня? Все, жалоба принята. А вот там у тебя стоят. Вася тут же. Не стреляй, пожалуйста, тут меня заголосуешь. Ну что, посмотрим, что будет. Вася на кухню бежит, у меня патронов нет. Вот пусть проиграют, заслуженно меня убили. Ой, глупый Вася, ну ты что вообще? Как так можно играть-то, а? Была такая возможность, а ты взял и, собственно, сглупил. Ты, конечно, да, Вася. Ты, конечно, глупый человек. Как так можно было не выиграть, Вася, когда была такая для этого возможность? Не понимаю. Не представляю просто. Ну как? Как? Как ты мог так играть, Вася? Очень нехорошо ты поступил, Вася. Плохо ты сделал. Жаль. Плохо поступил Вася, конечно. Плохо. Очень плохо Вася поступил. Надо было их всех передать. Ой. Надеюсь, Васька будет снова монстром. Хорошо. Хорошо. Ну, это, конечно, ошибка была просто страшная. Все указывал на Нину. И на этого, кого-то там этого, малышка. Ну что ж поделать. Опять глупцы не понимают, как надо действовать. Жорж. Опять эту тактику. Да, мы воспользуемся. И только главное, ей воспользоваться аккуратно и рационально. Так. Нина, привет, что, реально из Иркутска, что ли? Жорж, ты снова эту тактику будешь проворачивать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая тактика, если он первый раз играет? Ты из Иркутска, что ли? Я? Нет, честно, я... Посмотрим, как по обстоятельствам. Короче, где дробовик? Я никого из вас не слышу. У меня какой-то баг со звуком. Вы меня слышите? Слышим. Это с Иркутска? Ребята, меня слышно? Слышно. Ну понятно, Нина меня не слышит. Так, стоять! Все, подходите сюда, подходите ко мне. Нина, куда вы пошли? Кого-то нету. Кого-то опять нету. Кого нету? Считаем. Так, Нина, человек красный. Давай, Рэйчел. Раз, два, три, четыре, пять. Ну-ка, нахуй, блядь, ебать. Так, Алекса нету. И... Васька-мореход. Да, Алекс и Ханс, очень большие подозрения. Пьют кровь уже, похоже. Ребята, если кровь выпита, то это правда Васька-мореход. Так, а меня слышно? Ну, поли кровь, я вот бегаю. Так, в этой стороне вообще нет возможности выпить кровь. Да, выпита кровь тут! Тут уже они напились! Тут уже две крови выпито. Три крови выпито! Это Ханс. Рэйчел, это Ханс. Я за тобой бежал. Рэйчел, иди отсюда, я тебе говорю. Нет, это хорошее место. Ой, монстры! Съели. Кого съели? Все, спасибо, меня съели, нахуй. Спасибо, Рэйчел, ты тупая. Я же не видел ничего. Замуровали этого в красном. Алекс, монстр, запомните. Я его замуровал тут. В красном, да, в красном, Алекс. Алекс в красном, это монстр. Ну, вместе с Хансом. Мы их быстро вычислили, но это нам не помогло. Тактика сработала, но, увы, мы тут уже одни. Ну что, кто-то вообще выжил? Конечно выжил, блядь!
Да уж. И никто ничего не делает. Бля. Ой, тут нету ничего. Алекс! Алекс! Монстр! Поднимай меня, поднимай. Ах. Уже никто уже не выжил. Уже, к сожалению, никто не выжил. Ну что ж, на съедение. Как так-то, а? Как так-то? Никто не собирал предохранители. Ну это вообще. Два не собрать, это вообще. Ну ладно, сдаюсь. Какой быстрый волк, а? Вы меня слышите? Так, 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 проблема со звуком кого-то там была. Плохо, ну молодец Чанг, он вроде как рационально действовали. Быстро, видите, тактика быстрая. По вычислению людей. Как хорошо, что мы их всех вычислили-то, а? Неплохо, неплохо. Великолепная тактика, которую я разработал по вычислению монстров. Правда, она не особо помогает нам выигрывать, одно могу сказать. Хотя иногда и выигрываем вот так вот. То есть монстры напиваются. Эх, к сожалению, они напились, пока мы тут стояли. Ну я же не могу так быстро говорить, кого нету. Вот для этого нужно дать возможность игрокам игру ставить на паузу. И понимать, кого нету сейчас, а кто есть. Вот так вот. Но, к сожалению... Я тут второй по опытности игрок. И даже было бы, к сожалению, это нехорошо. Хотелось бы, чтобы я был тут последним по опытности. Потому что тут игроки, к сожалению, боюсь, что не особо будут играть. Да, тактика моя хорошая, но вычислили монстров мы неплохо. Надо просто смотреть, кого нету. Если двух людей нету, это уже ясно. Один из них очень высока вероятность, что монстр. Не дайте невиновным сбежать. Люцифер. Если я буду монстром, то вы знаете, что я буду делать. Я пытаюсь обвинить человека. Правда, нужен одиночка. Нужен одиночка. И нужна политическая воля на это. Да вообще сложно, на самом деле. Нужно, чтобы не было антидота. Ну, желательно, чтобы антидот был у меня, у монстра. И плюс еще... Нужно, в общем... Нужно, в общем, чтобы все было прекрасно и рационально. Привет. Всем привет. С тобой не здороваюсь. Прикольно. У Лизы антидот. А зачем ты говоришь об этом, даун? Да, я так и думал, что тут... Со стидом. Ну, ты сам виноват в этом. Я сам виноват, помоги дробовик. Нет, я тебе не дам, Ханс. Иди в жопу. Хотя ладно. Антидот. Да. Прикольно. Вот даю тебе, даю тебе. Бери, ты бери. Я тебе дарю. Меня Чанг повалил. Да я... Ребята, это нормально? А... Лиза с Чангом забрали дробовик, блин. Они походу оба. Ты, блин, да нет, ты просто глупый игрок. Посмотри на свой ранг и все поймешь. Да иди в жопу, блин. Посмотри на свой ранг и все поймешь. ЧСВ. Ну. А я знаю, как играть, в отличие от тебя. Сколько я не злись, но это правда. Ты знаешь, как стилить антидот, ты знаешь, как валить. Пиздец, у меня 70. Не, ну ты про игрок. Самое грустное в том, что на самом деле Ханс не монстр. Потому что такого не делал бы монстр. Потому что это не абсолютно нелогичное действие, ребята, которое он сделал. Ребята, тут уже две крови выпили. Всех фонтаны бежите. Это, скорее всего, Нина и Алекс. Вот он. Скорее всего, это Нина и Алекс. К сожалению. Кстати, я думаю, это Алекс 100%. В смысле, ло, я к фонтану бегу. А, да, что ты долго бежишь, не замечаешь? Ну, чувак, я подобрал патроны, взял фонарик. А, да, я фонтан. Я буду возле Алекса. Да, возле фонтана что-то вообще никого нету. Да я заблудился тут вообще. Так, собираем, кто не собирает тут? Я стою около такого столика. Лучше собирай сейчас, уже поздно. Юзлы будут ставить, а не стоять у такого столика. Ну, я так, хорошо, кто тут поставил? Не я видел даже. Это я. А, да, Чанг, ну тебе тоже доверяю. Кто-то тут выпил. Ой. А, блин, вообще-то это я. Так, кто это там? Ставлю последний. Ставь. Я два фьюза вставлю. Ставим. Два фьюза. Хорош. Меня съели. Лиза поднимай. Так, где? Вижу. Главное, меня не съедите.
железо, я не знаю, куда ты убежал. Да он идет спасать. Поднял! А, это Нина, я видел, она превратилась, это Нина. Отлично. Главное не сдохнуться тут мне. Ребят, тут чекал на втором этаже. Да, убивайте Нину! Завалили. Убивайте Нину! А, они взяли, по-моему, Нину завалили. Валите Нину. Нина? Здесь. Да, Нина 100%. Вон она в центре бежит. Нина. Кладите ее. Рэйчел, вот она сзади. Это Рэйчел. Ой, тьфу ты. Антидот. Так Нина получается, да? Да, Нина 100%. Да, Нина. Окей. Вот записка. Что, давайте тогда гасим ее. Ну так надо ее найти. Да, надо найти. Чанг взял антидот. Чанг взял антидот. Да ты что ты говоришь-то? Ты что, не понимаешь, что так нельзя делать? Да, потому что Чанг как бы стрёмный. А, Ой. Да, меня заражённый съели. Найс, стрёмный. Ну я же говорил. Я нашёл! Тогда ещё поздно. Я нашёл! Ну, я нашёл Нину! Убивай. Тут только уже повалить можно. А уже поздно, надо его сразу убивать. Смотрите, если сидят. Итак, собираем. Сука, кто ты перевоплотнился, блядь? Ну да, это Алекс и Нина. Меня убили, ребят, меня убили. Ари. Алекс и Нина. Да, ну, а помните, как я их сразу вычислил-то, а? Помните, да. Как я их сразу вычислил, что это Алекс и Нина? Вставай, я поднял антидот. О, спасибо. Так, мы... А, вот она. Да, это все, да, нормально, да, надо собирать предохранители. Ребят, вы немножко отвлекаете. Да поставьте вы один фьюз. Ним я поставил. Ребят, вы немножко сусо делаете, сори, но вы сусо. Сейчас ты пососокаешь. Ой, время. Убивайте Нину и Алекса. Ребят, убиваем Нину. И Алекса еще убивайте. Нина и Алекс. Ходим, Нина и Алекс. Просто видим и убиваем. Ходим вместе. Ой, а ну внизу. Внизу. Нина и Алекс, повторяю. Ну кто на меня трекер повесил? Окей, я еще это. Просканировал Нину, она правда заражена. Ну, А то что? Ну что это? Двадцатка ей простительно. Так. Бежим. Яд, Лиза, можно мне дать? Ну мне можно дать, я же поднимал. Ладно, я даю. Пожалуйста. Поздно. Ну это хотя уже все. Мы уже опоздали. Идите за мной лучше. За мной. А, тут ничего нет. Ищи. Да, они спрятались, замуровались. И еще какой-то вредитель на меня еще трекер повесил. Я знаю, где они. Это я на тебя трекер повесил. Да уж, как же это смог-то ты, а? Да догнал. Нет, догнать-то понятно, догнал. Как я тебе... А, минус Нина. А что там, что отдыхаешь, лежишь? Все, Нина умерла. Отлично, молодец. Я же говорил, дай мне яд, вот. Окупился. Да. Фу, это страшно, я только пистолет достаю, она выбегает. Быстрее на яд переключаюсь перед самой ночью. Фу. Let's get out of here. Надо же было открыть. Рэйчел, я сюда хотел. Фух, выжили. Фу, я только обострелся, Нина выжил быстрее, как вот. Отлично. Не повезло Алексу, что его спалили. Так. Не повезло. Молодец, Чанг. Мы с ним быстро вычислили монстров. Отлично получилось. Отлично. Похлопаем себя по спине. От кашля радостного. Да, смешно получается, не правда ли, да? Вот видите, навыки мы постепенно восстанавливаем после длительного перерыва. И начинаем играть в игру. К сожалению, надо отметить. Ой, а там же я столько только что подумал одну вещь смешную. Что я же еще серию одну не выложил. Я, по-моему, заленился, не поверите, из-за чего. Я заленился там ставить аватарку. Потому что не нужно время тратить. Ладно, 3 серии как раз сниму, потом выложу все постепенно. Сегодня 2 и завтра 2. Вот такая будет политика у нас. И, наверное, еще надо снять, конечно же, Gremlins Inc. К сожалению, я не могу... Уже тут некоторые игры забросились. Очень жалко, что их пришлось забросить, но...
Ну-ну-ну, попробуем как-нибудь выжить. Так. Так вот, если вам игра нравится DC, то ставьте по ней лайки, потому что я что-то не замечаю их. И вполне вероятно, что придется ее закрыть, как и многие другие игры. Хотя игра, конечно, хорошая и достойная, на самом деле. Но вредителей, конечно, в ней много, и глупцов много. Ой, я еще этим сканцем, если попаду, это будет совсем. Ну да, как я вычислил-то быстро этих людишек. Ой, Ханс, какой же ты глупый, а? Быстро я тебя понял, что ты глупец. Глупцык, что за глупцы, а? Сколько глупцов-то, глуповцы какие-то настоящие, а? Город глуповцев. Кошмар. Надо сделать, знаете, что? Чистилище. Чистилище в эту игру, в которой, например, все ранги, ну, до 17-го включительно, играют в чистилище друг с другом. Как вам такое предложение, а? Чтобы они, так сказать, понабрались навыков и поняли, как играть. А уж потом они портили игроку опытным игрокам, если пробьются. Как вам идея чистилища? Чистилище. Кстати, говоря о чистилище и говоря о вере, то я недавно читал статью, вот, например, в 89-м году, неверующих, точнее, то есть атеистов практически, в США было 5%, потом, после 90-х годов, прям как у нас, стало их 15, ну 14, 15. А потом их число стало очень быстро расти, растет до сих пор стремительно. И да-да, что? Я тебя добавил в друзья это. Ребят, готовьте еще шутить. А, тогда я тебя тоже добавлю. Yes. Добавь меня, я тебя добавил. Хорошо. Ой, у кого это там? Что это? Замутить, что ли, а? Замутим. Все, закрывайся, закрывайся, Чанг. Отключили Чанга. Все, я только. Главное... Ну, ты отправил мне запрос. Так, сломал уже кто-то камеру. Решил кровью получить от слома. Да, я вот... Так, осталась одна камера. Ты кровь выпита, кстати, после камеры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же на холм забраться, а? Нет, ну я пошел в фотик. О, хорошее место. Три пакета. Так, защищаем Геральда. Он, это... Хорошо. Так. Так вот, а сейчас оно достигло уже 24% по данным одного исследования. И продолжает расти примерно со скоростью 2% в год. Посмотреть или не смотреть? Съели кого-то. Отлично. Ченга, может, размыть уже? Вас задрала эта песня, да? Скажите честно. А я тебя только что размутил, не поверишь. Я ж тебя замутил тут же. Я уже вставила. Да ладно. Как ты меня замутил? Ку нажми, а потом там, ну, ты поймешь. Просто ку, а потом нажать на Дина. Подождите, а вы меня хорошо слышно или еле-еле? Сейчас хорошо. Так, подождите, так. Рэйчел Лиза, да, Рэйчел. Спасибо. Чанг. Чанг, я тебя еще в друзья добавлю. Да, задолбал эту песню. А вот ты... Что это за песня? Я не понял, я не понял, как так произошло, что все сломано? Не знаю, видимо, знаешь, Бог тебя покарал. Вот так, знаешь, легко. Давайте. А это часом не читеры? Кто? Проверьте меня, умоляю. Умоляю. Не прошу, проверяйте Чанга. Проверяй, проверяй. А уже все ясно, Люцифера, хотя зачем? Меня проверяйте. Умоляю. Но все равно мы уже поняли, кто это Хан. Так, не Ханс. Лиза умоляю, и Геральт. Лиза 100% монстр и... Ладно, кто же этот еще? Геральт, Лиза и Геральт, все ясно, но мы уже проиграли. Это? Лиза и Геральт, монстры. Ага, понятно. Геральт... Уже выпили крови. Фокс, а меня точно хорошо слышно, да? А я не понимаю, как вы могли так играть, что привели к себя... Ай-яй-яй, блин, а чё вы меня ебёте? Чё вы меня?
Ребята, она телепортирует. Ребят, ребят, ну скажите честно, меня хорошо слышно? Телепортируется, как... говоришь? Ребят, как меня слышно? Значит, читера, как честно? Они могли сломать? Надо жалобу отправьте на Лизу эту. Ну да. А, помогите, помогите, меня ебут, ебут! Да, съели. Ну, собирайте, если кто выжил. Ты лысая, говно, пошла в жопу. Ну тут читеры, это очевидно. Тут они сломали все тут. Ну короче, добавь меня в друзья в Steam. Хорошо. Да, Лиза. Вижу тебя, Лиза я. Эх, все видно. Ну, ставьте последний. Ну, последний, блядь, где он? Смотрите. И засекайте время, как скоро я умру. А, вот, вижу, все. Защищай меня. Ну что же, Лиза и Алекс. Все ясно, стой, просто на выходе стой. Ой, Ханс, извиняюсь. Он телепортируется, 100% монстр. Телепортирующийся монстр. Да, телепортер. Все. Не забудьте жалобу отправить на Лизу, что это читер. Не забудьте. Главное, не забудьте, что это читер отправить. Читер проклятый, а? А я не зря заподозрил, что читеры тут. А, подойди сюда, Ханс. Ханс, сюда. Ханс, ты глухой? Куда? Куда? Ко мне. Я ну, уже поздно. Уже поздно. Я сзади тебя был, но это уже не важно. Поздно, к сожалению. Хотя можешь, конечно. Подойди ко мне сюда. Просто иди. Иди. И сделай то, что должен. Awesome. Собираем. Проклятая Лиза, что заблокируете, когда тебя заблокируют, Лиза? Ах ты, Лиза, заблокируйте ее, сколько можно. Жалуетесь на Лизу, не забудьте. Отлично, жалобы. Попробуем взять телепорт. Молодец, Ханс, он спас, возможно, нас. Так, Лизу главное, Лиза. Майор. Марор. Ой, как тебя жаловаться-то? Так, это друзья, майор. Пожаловаться на игрока. Читы. Читер напишем. Хотя зачем я... Ой, телепорт напишем. Так, подождите-ка. Сейчас я кое-что сделаю. Напишу. Телепорт. Вот так вот. Потому что язык не переключается в игре. Вот 10-й баг уже найден. Телепорт написали. Прекрасно. Играем снова. Проклятая Лиза. Хотя, знаете, достаточно, я думаю. Спасибо за просмотр. Оценивайте видео, оставляйте свои комментарии, пишите ваши советы по игре. Ставьте лайки, чтобы было больше серий по Деситу, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые серии. Всего вам самое лучшее. И, кстати, если вам серии не хватает по Деситу, посмотрите плейлист. У нас он тоже есть. Всего вам самое лучшее.